Так, друзья, маленькая зарисовочка. Цены в городе Рига на еду, видите? Гречка, да. Гречка, рыбная котлета, хлеб, вот это вот морская капуста, тут вот такой салат, потом вот это тоже салат. И вот это все вместе стоит 5 этих латов, правильно? Это значит, получается, около 6 евро, получается так. Ну, 6 евро, даже 7, да? В общем, 6-7 евро получается вот такая еда. Находимся в городе Рига на центральном вокзале. Здесь такая очень красивая, уютная, своеобразная кафешка. Я вам уже ее когда-то тоже показывал, когда в Риге был. Вот, насколько я понимаю, они сюда добавили теперь еще проектор. Раньше этого проектора не было, хотя, возможно, я ошибаюсь, у меня тогда не до проектора было. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечная Калифорния.